Yeah, they just depend how it's sick, but you know, most of the time they're just doing their own things. Something serious, are they going to hospital? Yes. Он говорит, что если что-то серьезное, они в больницу отправляются. Если нет, то пытаются лечиться сами с помощью духов. Do they have passports? ID or something? Yes. У них есть карточки ID. Паспорта у них тоже есть. Я не думаю, что у них есть. Do they have insurance for the hospital? No, they don't have insurance. Нет. Нет у них страховки, они платят наличными, но там маленькие деньги, типа 4 доллара. В школу они не ходят, он говорил, что дети здесь, они или не хотят, или у них нет денег, чтобы отправлять детей в школу. Do they have any like missionaries or some charity that teach them or something? No. Не, нет таких. А вот вы сколько жен? Yes, one of the wife is this one. Ага, это его одна из жен. Все на месте, все дети живы. А рожали? Нет, нет, просто держится. Где были? Там? Да? А что? Не, просто тут все фотографируются. А вот она, я подошла. Это перевернула. Стоп. Это
Ай. Куда пополз? Нина хотят, чтобы ребенок пробовать. Дети были голодные, сказали, они стали есть то, что не На всех надо делить. Последняя, то не кормили. Нет, справа крайняя. Мадам,